Этот вопрос всегда сопровождал меня на моем жизненном пути. Чего бы вы отважились достичь, если бы успех был единственным вариантом? Если я собираюсь сказать людям, что им нужно рискнуть, то я и сама должна сделать это. Я с уверенностью могу сказать, что являюсь доказательством того, что вы действительно можете воплотить в жизнь свои мечты. Для меня действительно важно, что этого возможно добиться. Я хочу убедиться, что это возможно, вне зависимости от того, спортсмен ты или нет. И я думаю, что катание на лыжах — это просто метафора. Для меня бесстрашие — это момент, когда мы встречаемся со своими страхами и преодолеваем их. Горы показали мне, что я действительно способна на что угодно. Доказывая себе, что я могу в горах больше, чем думала, я смогла понять, что и в реальном мире способна на многое. Если я смогла это сделать, то и вы сможете. Ограничения есть только здесь. Обычно женщины недооценивают свое великолепие, свой уровень способностей. С раннего возраста мы приучаемся к тому, что называться девчонкой оскорбительно. Наши женщины такие активные. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, моя сила не в том, чтобы отвергать мою женственность, а в том, что на самом деле она в моей интуиции. Моя сила исходит из активности и охватывает все сферы жизни. Что делает меня женственной? Парфюмерная вода Лив Фирлесли вдохновлена жизнью Мэри Кей Эш, современной и бесстрашной женщины, которая собственным примером доказала людям во всем мире, что женщина может добиваться поставленных целей и делать мир лучше. Для меня большая честь работать с таким брендом, как Мэри Кей. Каждый день вы демонстрируете свою смелость. Уверенно принимаете жизнь со всеми ее возможностями. Всегда оставайтесь верны себе и своим убеждениям. У всех нас есть отвага и выбор жить бесстрашно.